Всем привет, с вами интернет-магазин обновка.ae. В данном обзоре я вас познакомлю с торговой маркой Bona, непосредственно с данной моделью зимнего кроссовка мужского. Так, смотрим. Начнем с подошвы. Внешний слой подошвы. Мягкая резина. Цепляется хорошо за руки. Здесь у нас спененная резина, это чтобы пятка не промерзала и стопа, и смягчает при ходьбе. Здесь у нас усиленный носок, специальный такой синтетический материал, прорезиненный. Так, значит, внешне вот эта натуральная кожа стоит. Есть резиновые вставочки, вот это искусственная кожа. Смотрим внутри. Так, внутри мех. Мех искусственный. Достаточно высокий, около сантиметра. Достаем стелечку. Стелечка тоже снаружи, вернее, верхний слой меховой, стелечка ортопедическая. Здесь она специальный материал EVA, называется такой, как поролончик. Вот. Bona отличается от всей остальной обуви очень удачными колодками, то есть подошвой. Очень удобно в таких кроссовках ходить. Практика показывает, что человек, один раз купивший Bona, постоянно покупает эту торговую марку из-за того, что очень удобная. Все, всем спасибо.